Нет ничего более мучительного для телевизионного сотрудника, чем начинать новый телевизионный проект. Ходят тут всякие, мешают работать. Ужасная работа на самом деле. Скажите, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, скажите, это здесь набирает в интеллектуальное шоу? ХЗ. Чего вы выражаетесь? Я говорю ХЗ, мы здесь проводим кастинг на новое интеллектуальное шоу ХЗ. Хочу знать сокращенно. Да. О, я тоже ХЗ тогда. Я тоже хочу знать. Вы знаете, у меня башка башковитая очень. Такая была большая башка у меня с детства. В дырку от футболки не пролезала. Видимо, мы вас только и ждали здесь. Да. Я главный ваш участник, я чувствую. У меня только ХЗ один вопрос. Хочу знать, очень ХЗ, это правда, что главный приз у вас миллион? Ну, если вы ответите на все вопросы, пройдете кастинг, тогда станете победителем и получите миллион. Точно! Миллион мой! Я победителем буду! Я отвечу на все вопросы. Забор на даче поставлю, карбюратор куплю. И, наконец, куплю эту долбанную электрическую пароварку для своей... Не буду говорить кого. Я ваш. На все вопросы отвечу. Слушаю вас. Ну, хорошо, давайте. Для начала детский вопрос. Детский? Да. Так. Степашка – заяц, Хрюша – поросенок, Филя – Киркоров. Филя – пес. Это даже дети знают. А я нет. Ну, давайте вопрос для взрослых. Да, этот не годится. Давайте. Давайте возьмем пол-литра. Прибавим еще пол-литра. Взял. Прибавим еще пол-литра. Что получится? Трындец получится. Ну, если только под хорошую закуску, тогда ничего. Хорошо. Получится 1,5 литра. Ну, это ежику понятно. Послушайте, вы не ответили и на второй вопрос. Ну, я на все отвечу, о чем вы говорите. Что вы, сейчас настрою мозг. Мозг, ты здесь? Отвечай, пожалуйста. Назовите самый известный сильнодействующий яд. Это котлеты моей жены. Угадал? Это мышьяк. И мышь, и як. Ага. Нет, мышьяк по сравнению с котлетами моей жены, это конфетка. Я вам принес, хотите попробовать? Нет, поешьте. Нет, благодарю вас, спасибо. Вы сразу умнее станете. Возможно. Идите отсюда. Я не могу уйти. Мне нужна пароварка. Она меня без пароварки в дом не пустит. Понимаете? Дайте мне шанс. Хорошо. Мозг, ты здесь? Я здесь. Отвечай. Женщинам за 40 нравится? Так. На «С» начинается. Секс. Это Стас Михайлов. Так это одно и то же. Я выиграл. Ставьте птицу. Ну, в смысле, галочку. Слушайте, я не могу вам поставить галочку. Ну, давайте дополнительный вопрос. Ну, давайте, давайте. Вопрос из области анатомии. Какой орган у человека растет всю жизнь?
печень. У нас же много праздников, она на боевом посту. Печень, я выбираю печень. Я даю вам подсказку. Это слово из трех букв. Что, действительно, всю жизнь растет? А мужики-то не знают. Не-не-не. Ну не может же быть. Это все вранье. Вранье, врут. Нет, и вы так говорите, пожалуйста. Это нос. Нос? О! Я так и подумал, ставьте птицу. Нос, действительно. Он что, растет, да? Надо же, нос оставил нас с носом. Послушайте, а вы в детстве были умны? Я умный, как сейчас был. Да. Слушайте, может, вы пойдете отсюда? Здесь ходят я всякие, не понимаете, могу. Мешают. Она это невозможно просто работать. Зачем удушит. Здесь пускают таких людей? Я просто не вы понимаю. Поймите, это невозможно. Дайте мне последний шанс, я вам все отвечу. Хорошо, назовите оружие массового поражения. Дом-2. Это неправильно, вы даже на элементарные вопросы не можете дать ответ. Так вы сложные вопросы задаете, вы чего делаете вообще? Заваливаете меня, да? Специально, да? Хорошо, давайте самый простой вопрос. В белой шубке прыгает, морковку жрет. Что это? Моя жена на диете. Это зайка. Но я ее так и называю, зайка. Хорошо, вопрос из области литературы. Кто сказал? Птицу ставьте. Вопрос из области литературы. Кто сказал, не доставайся же ты никому? Моя жена, когда за меня замуж выходила. Слушайте, у вас кроме жены вообще есть какие-то варианты? Есть. Кладовщица Зинка на работе. Соседка Валька из дома напротив. Тамарка парикмахерша. Люська с 5-го этажа. Надька стоматолог. Машка из химчистки. Нюрка из ЖЭКа. И Петр Петрович из подвала. Петр Петрович, ты здесь при чем? Ну, когда все заняты, я с ним в карты играю. Что тут не понятно? Слушайте, что вы мне голову морочите, а, все время? Вы вопрос нормальный задайте, и все. Чего там? Хорошо. В серой шубе ходит, зубами щелкает, пасть открывает, по ночам воет. Кто это? Но не ваша жена. Так это моя теща. Я ее узнал. Вы не родственники, нет? Зачем вы тратите мое время, а? У вас вопросы с заковыками, понимаете? Вы сами, наверное, ничего не знаете. Сидите здесь, умный вид делаете, вопросы он задает. Вам написали ответы, вы делаете умный вид. Я вот сейчас вам задам вопросы, вы ни на один не ответите. Пожалуйста, задавайте. Да. Задавайте, раз на то пошло, задавайте. Прошу, ну. Большая электрическая, в сеть включаешь, на кнопку нажимаешь, пар идет. Знаете вы у меня где со своей пароваркой уже? Это жена меня достала. Купи, говорит, эту. Иначе, говорит, не пущу. Задавайте нормальный вопрос. Ну, давайте. Хорошо, нормально. Ладно, давайте не будем скандалить. Ну? Нормальный вопрос, но сложный, из области музыки. Хорошо. 4 слова. Запоминайте. Очень важно каждое слово запомнить. Зачем поет Ольга Бузова?
время. У вас другого вопроса нет, случайно, какого-нибудь, на который есть ответ? Вот так вот. Есть другой вопрос. Ну? Ходит по стене и пританцовывает. Кто это? Кто это? Кто это, я вас спрашиваю? Ну-ка, еще можно? Пожалуйста. Я не знаю. Я не знаю, кто это, кто это, кто это. Я не знаю, кто это, что это. Это муха. Вот это вот муха? Да. С какого она пританцовывает? Муха. А у нее в ушах плен. Ну, знаете, чушь какая-то. Ладно, задам нормальный, адекватный вопрос. Ну? Что означает красный цвет? Ехать нельзя. Зеленый? Можно. Желтый? Желтый, значит, подождите. Неверно. Это болезнь Боткина. Желтый цвет. Желтуха. Так, давайте я вам задам. А что означает, если, исходя из вашей логики, женщина приходит в красном? Значит, с ней нельзя познакомиться. А если в зеленом? Значит, можно. Ну, а если она пришла в желтом, тогда что? Значит, нельзя, но скоро будет можно. Мол, подождите меня. Сейчас муж отойдет, и все. По-моему, я победил. Пароварка у меня в кармане. Мы так не договаривались. Не договаривались мы так. Ну, что ты, не договаривались. Не договаривались. Мы с вами говорили об этом. О чем? Хорошо, хорошо, ладно. Последний вопрос. Вот если не ответите, берете меня в свое шоу. Хорошо. Нет? Вот так. Пошло. Пожалуйста. Ну? Настройтесь. Настрою? Хорошо. Да. Как там? Связь с мозгом. Мозг. Да. Давайте, я готов. Ну, ага. Что? Входит в одну дверь. Так. Выходит из двух дверей. Ну? Входит в одну дверь, выходит из двух дверей. Время. Что это? Я не знаю, что это? Что это? Это человек трусы надевает. У трусов сверху одна дверь, внизу две двери. Чего вы не понимаете? Входит в одну, выходит из двух. Вот так. Еще вопрос дополнительный? Что, вам еще надо? Давайте, давайте, давайте. Усложняю тогда. Угу. Входит в одну дверь. Угу. Выходит из трех дверей. Трусы с дыркой, что ли? Это мужик футболку надевает.
футболке внизу одна дверь, вверху три. Что тут непонятного? Ладно, последняя загадка. Сосредоточьтесь. Если не отгадаете, берете меня в шоу. Вошел целиком, вышел частично. Кто это? Знаю, человек дубленку одевает. Нет, не угадали. Вошел целиком, вышел частично. Это пьяный дрессировщик тигров. Вот так. Все, мужик. Собирайся, пошли отсюда. Пойдем, куда? Пойдем, я говорю. Куда, на шоу? Нет, мы пойдем в магазин. Я тебе на свои деньги 3 пароварки куплю. Ура, я выиграл! Встречай, жена, своего гиганта мысли!